В порту Зарубино у причала номер 6 во время швартовки затонул краболов «Акванавт». Очевидцы сообщают, что судно прибыло в порт с серьезным креном. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания по факту затопления в морском порту Зарубино рыболовного судна. По предварительным данным, около 9 часов утра по местному времени судно при выгрузке продукции у причала получило резкий крен на левый борт и затонуло с дифферентом на нос. На месте происшествия находится приморский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных органов. Работают спасательные службы, установлены боновые заграждения. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям экипажа и ответственных должностных лиц. При выявлении нарушений принят весь комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц. Всего на борту краболовного корабля было 15 человек. 14 членов экипажа эвакуировались. Один из членов экипажа, старший механик Игорь Сомин, погиб. Его тело уже достали на поверхность. Капитан судна Евгения Мельченко с переохлаждением направлен в больницу ПГТ Зарубино. Представители компании покинули офис, воздержавшись от комментариев. Не знаю, не пустили. Не говорил, не нам заходили, а там нет. А их утро, с утра? Не было, да. Вчера было? Вчера были, мы сюда. Ну, то есть информация? Не знаю, честно. На борту находится 18 тонн топлива. Его разлива не наблюдается. Подробности происшествия выясняются. Транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления судна. Екатерина Зверева, новости на 8.